сегодняшнем видео я вам продемонстрирую, как же нужно ухаживать за вашим мотоциклом, мопедом или это даже велосипед. Обязательно как нужно чистить и смазывать цепь. Добро пожаловать на канал Just Run. В первую очередь вам нужно приобрести резиновые перчатки, солярка в качестве того, что это будет очищать. Может, вы там какой-то другой выберете материал для этого дела. Кисточка, естественно, ну и смазка цепи. Уже под ваш выбор, под ваши условия, скажем так. Дальше нам нужно подготовить само место, чтобы не загрязнять после нас этот весь процесс. Можно было отлично убрать, и как бы это было для нас удобно и комфортно. Ну и точно так же форму одежды. Итак, вот наша цепь. И чтобы нам не снимать вот эту всю блуду вот защитную, мы аккуратненько замачиваем наше колесо каким-то картоном. Здесь мы клееночку мостим, чтобы не загрязнить наш пол, и в принципе можем приступать к очистке цепи. Берем нашу солярку, кисточку, и первым делом мы начинаем очищать цепь. То есть мы ее сейчас хорошенько смазываем солярочкой с этой стороны, с этой стороны, и промываем щеточкой. Вычищаем хорошо по всем звеньям, максимально, как это возможно. Вот. Неудобно без подката, поэтому будем просто приподнимать колесо и прокручивать. Таким вот способом. Поэтому, как есть, ничего страшного, не боимся, хорошенько ее надо смазывать. И желательно, конечно же, здесь иметь какую-то емкость, иначе у нас здесь много будет вторичного материала. Вот так вот наша чистка цепи и будет проходить. Точно так же с внутренней стороны не забываем это делать. Вот. И все. И то же самое повторяем. Занимает немало времени. You cannot feel this energy. После того, как мы хорошо промыли цепь, нам нужно ее теперь хорошенько вытереть. То есть мы будем прокручивать колесо. Вот, мы будем вытирать ее хорошо. Избавиться нам от нашего очистителя, от грязи. Вот. Будем прокручивать цепь. Вот, вот в такой манере мы будем протирать нашу цепь. Хорошенько протираем. То есть после того, как мы полностью ее протрем, мы даем полчаса выветриться и высохнуть нашей цепи. И после мы уже начнем смазывать цепь. И кстати, пока у меня сохла цепь, смотрите, какой я колхоз придумал. Что теперь я могу поднять вот мотоцикл немножко. Разгрузить колесо, и теперь оно у меня крутится, мне не надо его поднимать, и вот весь колхоз, который я вам показывал. Круто! Наша цепь уже в данный момент просохла, более-менее чем достаточно, и теперь каждое звено нам нужно запшикать. Вот таким вот образом. Также не забываем здесь поднять цепь, так как здесь идет защитная направляющий пластик цепи. И здесь точно так же остается вся грязь. Даже после того, как мы почистили соляркой,
это дело все нужно протереть, всю цепь, вот здесь все вымыть. И после того мы, конечно же, смазываем это все дело. Смазочка пускай остается, это очень даже хорошо, будет какая-то вот запаска. После этого мы имеем вот такую вот уже чистенькую цепь с вами. После этого момента мы смазали цепь, можем через 15 минут завести и прокатиться. После этого проверить натяжение цепи. Не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик, ставить палец вверх, оставляйте ваше мнение в комментариях. Скоро увидимся!